Чтобы вони по помойку. Чтоб вони по помойку. Ти знімаєш все, що ми заходимо? Давай мені. Так, є. О, а де вміщена нами вчора інформація? А где наша информация, которая вчера была размещена? Нету. Пожалуйста, выйдите из школы. Да? Да. Вы уверены в этом? Значит, у нас в школе идет учебно-воспитательный процесс. Вы не причастны к учебно-воспитательному процессу. Выйдите, пожалуйста. Вызывайте... Кого вызывать? Охрану. Частную? Мы же, может, хотели с вами поговорить просто. Говорит мне вам сказать, а что будет делать охрана? Вторая сторона не пришла. А какая сторона? А мы что, на суде? Второй какая человек сторона? Не пришел. Какой второй человек? А мы к вам пришли. Нас не пришли. А мы пришли лично к вам. К директору мы школы. Мне с вами не о чем говорить. Как же? Вы же вы директор школы. Прояснить ситуацию? Вы же должны вы дать свои комментарии. Я не могу дать комментарии, потому что я не общалась с Арманас. Но вы же несете ответственность за то, что происходит в этой школе. Может, дадите другие комментарии. Даже если вы ничего не делаете, вы все равно несете ответственность. Зачем нам какие-то другие стороны? Расскажите нам про родительские комитеты, про ГОПИКУ Луаль Рада, которая отсутствует в реестре общественных организаций. Уважаемый директор, куда же вы? Ну, не хочет давать показания. Ну как это не показания, да? Официальное лицо как-то не хочет. Платить здесь коррупцию она хочет, а пока пояснение, свои комментарии давать она не хочет. Как же это так? О, ну так смотри, там уже все-таки родители какие-то там. О, да, тут нормально уже. Саша, ну тут есть и родители, и все. Видимо, с одной стороны она все-таки уже общалась. У вас и в кабинете директора учебный процесс. Я вам еще раз повторяю, вы кто? Молодой человек, пожалуйста, разговаривайте на тон ниже. На тон ниже, молодой человек. Вы кто? Он не слышит меня, потому что. Вы кто? Пожалуйста, вот здесь сейчас. Вы не имеете права, чтобы вот он не нажимал кнопку. Что-то это директор не вот, смотрите, учебный процесс. Я на прием вот здесь. А кого мы здесь учим? В кабинете директора. Ну, мне вот говорят, нельзя заходить, здесь происходит учебный процесс. А, добрый день, девушка. Вот девушка только что на камеру сказала. Три неизвестные особы срывать пытаются учебный процесс. Учебный, видите, срываем учебный процесс в кабинете камерами, директора. Непонятно чего, 96-я школа, Гайдара 20. Не забудьте сказать, что еще два представителя телевидения здесь. Да, пожалуйста, да, город Одесса. Девушка, я вас прошу. Савченко Катерина Алексеевна. Тут мама, девушка учащийся. Препятствует журналистской деятельности. Да. Тоже, наверное, надо вызвать полицию, сказать, что препятствует журналистской деятельности, гражданское лицо. Ходит здесь, распоряжается, где учебный процесс, где нет. Видимо, посредник среди директора и родителями. В том вымогательстве, которое происходит. Так где же учебный процесс? Я уже представлялся вчера. Нет, ваши документы. Хорошо, давайте, будете записывать? Да. Записывайте. Дмитрий Кружилин. Нет, документы. Какого вам пока? Паспорт Украины показать? Нет. Или вы считаете, как я, что я как гражданин Украины, зная о правонарушениях, не имею права стручаться туда? Покажите, пожалуйста. Слушайте, чем вы пришли. Вот этого вам будет достаточно. Паспорт Украины. Так кто вы, женщина? Вообще, вы образованная, нет? Я не вижу. Ну, я вам дал, я вам положил. Вот, смотрите. На каком основании вы пытаетесь брать его в руки?
Дмитрий Кружилин, гражданин Украины. От украинской. Я гражданин Украины. Я узнал о правонарушениях в этой школе. Здесь нарушаются конституционные права учащихся. Узнал я о них из средств массовой информации, из соцсетей, Facebook. Узнал о фактах, как доверенные вами родители вымогают деньги с родителей учащихся. И только что мы наглядно здесь видим, как те же самые родители пытаются заблокировать двери и не пустить к вам в кабинет, говоря, что вот здесь сейчас происходит учебный процесс, и вот сидит ученик ваш. Вы даете частные уроки, наверное? Мы ворвались в школу. Мы не ворвались в школу, мы вошли. Воспитательный процесс. А если постучали, нас пустили. Никто не врывался в школу. Это общественное место, у вас здесь не режимный объект. Я вам расскажу, что комментарии я не могу давать, потому что... Но мы рады, что вы не можете дать комментарии по поводу правонарушений вашей школы. А вот теперь, кто я есть на самом деле. Общественные организации помощи социально незащищенным слоям населения. Теперь начнем с самых истоков. Вот объясните сначала, пожалуйста, на каком основании вы только что, то, что фиксировалось на видео, выгоняли журналистов из фойе вашей школы. Мы не представляли журналистами. Вы что? Люди стоят с микрофонами, с видеокамерами. Я, наверное, вот сейчас вот снимаю их и думаю, наверное, это террористы пришли захватывать вашу школу или какие-то хулиганы. Вы не видите, да, что это представители СМИ? В любом случае, вы должны предоставить документы. Вы, когда спустились, вы не задали вопрос, чьи интересы представляют эти люди и кто они вообще. Когда вы спустились, первое, что ваши слова, самые первые, не здрасте, не до свидания. Вы спустились и сразу сказали, покиньте территорию школы. Да, потому что вы сейчас нарушаете учебно-воспитательный процесс в школе. Мы стояли на тот момент в фойе. Людей, на тот момент мы стояли в фойе. Правильно, дети с 1 по 4 класс, как они могут вообще воспринять все, что здесь происходит? Детей в фойе на тот момент не было. Не важно, были они или нет. Важно, очень важно. Очень важно, потому что вот мое мнение, я четко теперь убежден, что все-таки факты вымогательства инициируются именно вами, директором школы. Вы поощряете родителей, которые оказывают психологическое давление на других родителей, вымогают с них деньги. Мной подан запрос в горисполком о том, сколько средств было выделено в прошлом году на вашу школу, сколько выделено в этом году. И вы мне лично отчитаетесь за каждую гривну. А то, что с родителей еще собирается черным налом, об этом тоже будем разговаривать. Я проведу статистику, сколько денег было вам сдано. Сколько вам платили в прошлом году так называемый фонд класса. Я выясню, что это за громадское объединение такое, которое не зарегистрировано в реестре общественных организаций. Я почему-то вчера не нашел пикво-лувальную раду вашей школы. Вот нет ее в едином реестре по какой-то причине. А в школе она есть? А у них висит на стенде. И вот она должна быть физически здесь? И физически, да. Есть и физически. Мы можем с ними пообщаться? У них есть время заседания. Оно указано на объявлении. А скажите, пожалуйста, свое мнение. У вас сформировалось какое-то свое видение этого конфликта? Нет, не сформировалось, потому что я еще не общалась с Аманасом. Ну вы понимаете, что вы несете ответственность за все, что здесь происходит? Конечно, даже я если понимаю, у вас не сформировалось мнение. Конечно, понимаю. У
мы ждем от вас ваши реакции и ваших комментариев. Я комментарии никакие давать. Причину объясните. Я уже ее объясняла. Я ее говорю. Ну хорошо, тогда объясните, пожалуйста. Ну, ваше мнение есть, у вас оценка какая-то должна быть, ваше видение. Как вы считаете, это правильно, что с мамой двоих детей вымогают, по-другому нельзя назвать, вымогают деньги? Такой грубой формы еще. Подождите. В Фейсбуке четко есть фотографии сообщений, которые вот эта вот женщина, которая называет себя родительским комитетом, существование которого вы отрицаете. Я вам вчера задаю вопрос, у вас есть в школе родительский комитет? Вы говорите, нет. Вот. А та женщина называет себя родительским комитетом, называет вторую маму тварью за то, что она не платит членский там, фонд класса и за то, что ее ребенок якобы учится за чужой счет. Вы доводите до сведения родителей, что образование в нашей стране бесплатное, что школы финансируются бюджетом Украины, а не родителями. Объясните, пожалуйста, за чей счет учатся дети в вашей школе? Не за чей счет они не учатся. Они учатся в государственной школе. Они учатся в коммунальной, а не в государственной школе. Да. И кто-то платит, кто платит, откуда деньги на образовательный процесс в этой школе? На образовательный процесс обеспечивает государство деньги. Сегодня, к сожалению, мы не пообщались со второй мамой. И дать полный комментарий директор действительно вам не может. Поэтому вы сегодня сюда налетели, в прямом смысле этого слова, вы ворвались в школу. Здесь нет общественности. Вы ее прекрасно слышали. Когда? А то, что вы кричите и не слышите собеседника, то это, к сожалению, извините, не мои проблемы, не мои вопросы. Вы представляете, что вы из родительского комитета, или вы представитель громадской организации, кто вы? Я представляю вторую сторону этого конфликта. Вторую сторону. Это то есть вы как раз и есть вторая сторона. Нет, я представляю вторую сторону. То есть одна сторона у нас пострадавшая мама, а вторая сторона... Ну, пострадавшей я бы тоже ее не сегодня не назвала. Вот видите, а вы говорите, что нет второй стороны. Казуется, второй стороны в плане именно Татьяны Арманас. Она сегодня здесь есть, мы ее видим среди присутствующих? В плане второй мамы тоже нет стороны. Ну вы же представляете, что это? Мы предлагаем вам покинуть данную территорию, не срывать учебный процесс. Выйти, пожалуйста, вот сюда, здесь прекраснейшая площадка. Мы готовы дать комментарии по данному конфликту. Оставим школу. У меня, допустим, есть такая фамилия, как Инна Бурдина. Мы сейчас все комментарии вам предоставим. А? Поэтому я вас Инна прошу выйти вот буквально сюда. Вот, видите, оказывается, Инна Бурдина есть. Зачем? Мы как раз в присутствии директора поговорим, директор как раз выслушает. Сейчас будет перемена. И в школе здесь это будут не детки. Может происходить. Детки маленькие. Но в школе же происходит вымогательство. Нет, не надо в мой кабинет. Мы не кричим. Пожалуйста, выйдите. Пожалуйста, выйдите. Основание. Мы просим. Основание. Потому что вы сейчас срываете нам занятия. А вы здесь учители вымогать деньги с родителей. Значит, детям... Вы сейчас обвиняете человека без доказанного, да? Зато основательно. Пожалуйста, выйдите. Это ваша позиция. Выйдите, сейчас будет. Да, это моя гражданская позиция. Я так себя веду и вести буду. И, в принципе, мы со всеми готовы всем ответить на все ваши вопросы. Что? Спасибо за понимание. Спасибо вам огромное. Все-таки дети это дети. Родители детей, твари, а дети. Почему вы тогда не улыбались в этой семье? Еще всех? Я спущусь, поверьте. Я тоже. Я знаю, что такое. Я самого
Нормально вообще. Шикарно. Да, тут. Так она остановилась и нагнулась, знаешь, что? Понимаешь, так пока. Я еще налетел, знаешь, что жива. Сойду с ней рядом разговариваю, она передо мной и медина. Ну, вы забыли, молодой. А вы еще помните, что на меня налетели. Да что? Мы уже забыли. Да, погода, конечно. Ну, что? Она некрасивая сейчас, очень некрасивая. Она по закону. Она как защищена, она как. Но она нарушает закон, она не имеет права как чиновник себя так вести. Но это я вникаю. Нет, просто, к сожалению, вы понимаете, такая сложилась ситуация, что вчера при проведении у них собрания вламываются неизвестные личности. Почему неизвестные? Довольно-таки известные и популярные. К сожалению, вот так показав, не дав. А вы присутствовали? Вы присутствовали? Нет, я вам передала слово информацию, которая, в принципе, не является тайной, и начали. А я вам могу видео показать, как сидели на жердочке индюшки и квахтали. А вы имеете право оскорблять старше вас, женщин? Да, когда люди вы себя как так мужчина, ведут. Имеете да, на как, это когда право? Люди себя так нет. Ведут, я имею полное право так себя вести. Если это вы были педагоги, очень жалко сегодня. Они были очень вежливы. Да, вот я же говорю, очень жалко сегодня, что просто, да. Нету Татьяны Арманас, мы не хотели до этого проявлять какие-то действия в этом вопросе по причине того, что выяснить на всегда две стороны, да? Когда мы видим две, ну всегда у каждой, скажем так, между людьми есть каждые две правды. Две правды мы, к сожалению, не видим. Мы видим то, что выкладывается человеком, а точнее человеком, который даже не является. А зачем зашел человек с автоматом в школу? А вдруг это террористы, давайте вызовем. В смысле с автоматом? Реально, он с оружием зашел. Точно, есть такое. Я пойду вызывать полицию. Блин, так действительно, наверное, стоит вызвать полицию. Можно ваш жетон, пожалуйста? Как не патрульный? У нас патрульный, патрульный, молодой человек. Охрана, так а подождите, а что вот это патруль Одесса? ГБР, патруль. А, ГБР. Ну просто ГБР. То есть вы частное охранное агентство? Да. Ребята, можно хотя бы ваши документы? На а как так? Подождите. Только вызывай полицию. Люди без документов с оружием в школе. Вызывай полицию. У меня прямой эфир. Я снимаю. Так дай мне телефон. Ну, смотри, открыто ходит с оружием человека по школе. Ребята, вы директор решит упал. Вы подскажи, правда. Позвони полицию, я тебе говорю. Дай мне телефон, я бы сказала. Это ж цирк. Где охрана? Скорее. Люди с автоматами, с оружием. Смотрите, они, наверное, захватили. Это все, вызывайте полицию. Это реально террористы. Как вы можете оценить то, что люди с автоматами ходят по школе? Это ужас. А кто вы, скажите, пожалуйста? Мы как раз пришли защищать права. Нет, меня интересует, кто вы? Ну, вы не видите, мы без оружия. Да мне не интересует. Да мы на улице стоим, видим меня люди сюда. Меня интересует, кто вы, у вас ни у кого нет документов. Мы на улице находились, когда сюда люди с автоматом набежали. Ну, кто-то же вызвал этих людей. Ну, так в том-то же, а может быть и не вызвал. Жители забегают, это ну, ужас. Правильно, а здесь люди с автоматами где-то. Там учитель точно все в порядке, террористы, по-моему. Там террористы захватили директора, смотрите, они держат ее в заложниках.
Опять же, какие-то вот эти денежки остаются, мы их на следующий месяц перекидываем, либо закупаем, вот я лично закупала деткам на 19 декабря, на День Святого Николая, вот копейки, книжечки, то есть доливы, то есть это согласование только с родителями, только с разрешения, и даже вот если там спрашиваем, родители, вы столько-то, вот если мы будем сдавать нормально, то есть кто согласен, напишите, то есть да, то есть, в том числе и Татьяна была согласна, то есть как она вчера сказала, что сказали, ну спросили, да, ну согласны, я согласна сдавать, то есть никто и против не был. Абсолютно. А если бы она сказала, что она не согласна, мне нет. Так и было бы. Вы понимаете, что ситуация может поменяться. Одному не подарить, никто это делать мы все не равно будет. Закупили всем деткам. Она вот на тот момент, ну, я бы сказала, не было у нее возможности сдать. Мы закупили на всех. Те же капкейки, книжечки подарили всем детям. Абсолютно. То есть, ну, никакого там вот она не сдала, я ей не дам ребенка. Ну как? Ну, абсолютно равные условия все. По поводу самой вот истории вот этой вот все, я хочу рассказать, ну, предысторию, да, скажем так. 21 января, это было воскресенье, выходной день, наша учительница пишет вайбер в общую группу. Обращение к Татьяне Алексеевне Арманас, что, пожалуйста, подойдите за уроками к своему, ну, для своего ребенка, так как она находится на дистанционном обучении. На что Таня пишет: уважаемая Ирина Григорьевна, у вас лично есть мой телефон или вы решили на публику писать? Сообщаю вам, что... много чего. Да, сообщаю вам, что прививку мы будем делать в пятницу, а до этого времени я буду приходить в этом сроке. На публику писать не нужно, чтобы тоже не вылез, не взяло какой-то серьезный оборот. Об этом завтра подойдет директор, чтобы вы были спокойны, полиция не заморачивалась вместе с попечителями. Ну, в общем, ее человека понесло. Вот из того, что ей написали вайбер, личное обращение. Но что вообще не отвечать? Я ничего не вижу. Дело в том, что я, говорит, вам не могу дозвониться. Нет, здесь, ну, я просто рассказываю эту историю. Я не могу вам дозвониться, говорит, и вы не приходите, ну, для своего ребенка взять уроки. Начинается, ну, говорится, Остапа понесло. Я вас услышала. Мой ребенок какой-то государственный школ, о чем я не, ну, ничего не говорю, почему мой ребенок почему-то хотение там хочет, ну, нужен, должен идти в другую школу. Я с вами ругаться не собираюсь, вы не администратор, вы учитель. Хотела бы еще попросить некоторых людей, я не буду уточнять именно кто, когда пьете кофе, нехрена мне мыть кости и обсуждать. Понятно, сначала посмотрите своим носом. То есть человека вот ни с того, ни с сего. Просто вчера она, почему я на это обращаю внимание, вчера она сказала на видео, что мы в Вайбе, лично вот я, написала ей за деньги. Ну, как бы я могу это все предоставить, и слова о деньгах не было. Вопрос задал учитель по поводу того, почему она не пришла за уроком для своего ребенка. Начал говорить, что мы там обсуждаем ее за углами, обмываем ей кости. При том, что я, мне некогда этим заниматься, пила ребенка, ушла домой. Я занимаюсь ребенком своим. Да. Естественно, меня это возмутило, что на меня клевещет человек, для которого, в принципе, я родился своим детям. В чем заключается моя функция? Я делаю, ну, деньги я не собираю вообще. Я делаю распечатки, ксероксы для утренников, ну, в общем, такая офисная работа такая вот. А кто собирает деньги? Собирает деньги другой. У нас 5 человек в комитете, собирает еще одна девочка денежку. Так все-таки есть родительский комитет в школе? Есть. Директор говорит, что его нет. Ну и школы, класса. Она отрицает вообще такого, как родительский комитет, ни в школе, ни в классе нет. Она четко на видео это отрицает. Несколько раз подряд повторяли. У нас есть 5 человек, которые вот мы смотрим за детками, которым вот мы делаем для детей все, что как бы необходимо, чтобы им комфортно училось. То есть те же распечатки, те же, там, я не знаю, ксероксы, надо что-то напечатать на утренник, пожалуйста, все делают для них. В том числе и для Татьяниного ребенка. То есть вот, меня это очень обидело, что на меня клевещет, что человек, что я за углом. Ну как, если я пришла, убежала, теперь сижу, печатаю, набираю, прибежала, принесла, поехала за этими капкейками, привезла, книжки заказала. То есть, я делаю для наших деток, стараюсь. И вы на эмоциях? Я на эмоциях, пишу, звоню ей. Нет, я сначала позвонила, я хотела с ней поговорить. Просто. Я ей звоню, но она не берет трубку, я ей пишу. Ну, в начало переписки вы знаете, с какого... ну, я должна тебя обсуждать, нахрена ты мне вот сдалась. Ну, вот так вот была такая речь. Ну, это эмоции уже, которые это эмоции, потому что это было выходной
день, как бы, написала, и она потом дальше там в переписке, я, если надо, вот я предоставлю, она именно обращается ко мне, что именно я, как мне сказали люди, что ты меня обсуждаешь за углами. А, откуда такая информация, если меня, я никогда не стою за углами, никогда ее не обсуждала, мало того, я этого человека видела за 3 года раз 5, наверное, ну, да, грубо говоря. Меня это возмутило. Я, ну, как бы, ну, вызвало у меня такую агрессию. Я ей написала в таком плане, как мама, маме, не как представитель родительского комитета, пишу, говорю, ну, что это такое, типа, почему я тебя должна обсуждать? Но... Да, резко, я прошу прощения за то, что я некорректно высказалась, не обозвала, я не имела права это сделать. Но почему меня должны клеветать, оскорблять в общей группе? Я ей лично написала, это моя личная с ней переписка. Как она вас оскорбила в общей группе? В общей группе начала говорить, что я мою ей кости за углами. И именно обращение ко мне в общей группе на всю публику это было. Вы посчитали это оскорбление? Я посчитала это оскорбление, эмоции, потому что я стараюсь для всех деток сделать, и в том числе для ее ребенка в первую очередь. Потому что мне как бы, ну, не трудно и не сложно это делать. Сейчас вы уже осмыслили и понимаете, конечно, что... Конечно, да? Это было все буквально... Ну, как любой из вас человек на эмоциях. Вот вы расстроились, в выходной день вы занимаетесь ребенком, и тут пишут в Вайбере. Причем в Вайбере начали возмущаться родители. А я как админ, ну, один из админов этой группы, попросила, говорю, Таня, пожалуйста, говорю, если у тебя есть какие-то вопросы к учительнице, пожалуйста, позвони ей. Не надо меня трогать. Я говорю, Таня, говорю, я тебя... Ну, начали возмущаться другие родители писать. То есть это все есть, я могу вам это все предоставить. Угу. Пожалуйста, мы не хотим слушать то, что ты... Ну, вот родители говорят, мы не хотим читать, ну, то, что ты, ну, это, ну, некрасивое вот это обращение твое, ну, пожалуйста, прекрати. Нет, она не прекращала, дальше пошел поток. Я говорю, Таня, говорю, я тебя удалю с группы, не надо меня трогать. И вот она в тот момент сказала, что я знаю, что ты именно обмываешь кости за углами. С чего вдруг? Я ее удалила из группы, потому что родители... Камера, почему она не пришла? Мы хотим правды. Да, правду-то мы, в принципе, добьемся, но разрешите я процитирую сообщение. Слышь ты, долбанутая, кому ты нахер нужна, чтобы я тебя обсуждала? Ты когда деньги сдашь за своего ребенка? Почему твой ребенок ходит в школу за чужой счет? Пользуется водой, туалетной бумагой, мылом, ксероксами и так далее? Ты неблагодарная тварь. Неблагодарная, я объясню. Почему вы решили... Подождите. Ваши личные взаимоотношения женские, это действительно ваше личное, которое не должно... Да, это ваше личное, это не... Да, вот здесь вы четко указываете, что ее ребенок ходит в школу за чужой счет. Мы пытаемся донести, конкретно я, как минимум, как представитель общественной организации, пытаюсь донести до родителей, в том числе до вас. И директор вам это сказал, что школа бюджетная, их государство обеспечивает. Почему за чужой счет? Это за счет государства. Правильно. Это гарантированное конституционное право этой женщины. Почему вы ей высказываете, что она ходит за чужой счет? Потому что она согласилась, я же вам вначале рассказала. А, то есть, если лох согласился, то его можно душить до последнего. Почему душить? Ну, я вам посоветовала немножко поаккуратнее. Видите, тут слова тяжело воспринимаются, да, в плане... Если она согласилась. Смотрите, идет, да, есть государственное финансирование. Это у нас питание, до которого, в принципе, ну и все не секрет, да, мы в садиках оплачиваем детское питание и так далее, но мы оплачиваем какую-то часть. Что-то дает нам государство, да, точно так же. Нам дали стены, парты, доску, мел, шторы, окна. Утеплили, включили отопление. Дальше, если вы что-то хотите, кулер – это благо. Тем более, видите, здесь школа выступает на 50%. Помогите. Здесь... А откуда у этой школы деньги? Есть финансирование. Какое? Вот. Ну, это уже, да, знал, это да. Финансирование. Девочки, наверное, извините, я опять вставлюсь плюс, немножко. Опять, подождите секундочку, дайте до вас вопрос. Плюс к тому, что действительно, если я хочу сегодня, чтобы моему ребенку взяли, дали салфетку нормальную, то да, я ее куплю. И почему? Кто меня имеет право? Если мы принимаем решение на всех, то... Ну не можешь, ну подойди ты, скажи по-человечески, да, поскажи, если ты это нормально. Я не могу, я не буду издевать. Ни слова вообще, ни слова буду не сказать. Девочки, скажи, дело в том... Ситуация, я так понимаю, не в первый раз, да? Потому что... Первый раз. Только что предысторию, вы сказали... Это 21 января. Это да, все 21 января. Смотрите, вы читали предысторию, вы говорили, чтобы опять не поднималось. Вот там вы цитировали, но это я цитирую. Она, чтобы опять не поднималось. Значит, ситуация была... Нет, не ситуация была с... Учительница не реагирует.
звонила, второй раз звонит, она не отвечает на звонки, не берет трубку, не приходит за домашним заданием. Она поэтому написала, что оставалось что-то делать. Так как она есть в группе в общем вайбере, она обратилась к ней через вайбер. Нет, ну правильно, я понимаю, я не понимаю, почему, почему тогда не первый раз ситуация. Не первый что-то, раз, ну, что-то не повторялось, что-то повторялось, что-то повторялось, что-то вызывали или что? Обращение. Что-то было такое или быть, что? Или это все-таки не предыстория, то, что вы рассказывали, нет, а значит, после этой истории? Я могу вас спросить, как бы, то, что она с учителем конфликтовала, это один, то есть, ну, у нее вопросы были свои. Я вам рассказываю, почему, ну, у меня такое было обращение к ней, как мама к маме, не как с родительского комитета. Девочки, дело в том, что, понимаете, я очень уважаю тех людей, которые ведут активный образ жизни. Вы молодцы, вы да, вы стараетесь делать. Но если вы активист, если да. вы там что-то делаете для блага класса, для блага школы, если это доска почета, молодцы, выражаем благодарность тому, за приобретение того. Зачем вы берете, вот кто-то не дает, почему этот человек должен объяснять, почему? Почему вы начинаете нет, вот оказывать это мнение? Я еще раз говорю, если никакого... Если вы собираетесь в общее собрание, да, мы приходим 1 сентября и решаем. Да, я знаю решаем. Эти общие собрания. Я точно так же. И за каждый, еще хотела уточнить, что за каждое, вот то, что мы покупаем, да, на те же деньги, которые воздает даже Татьяна, ну, все родители, мы издаем наш класс, есть отчеты. Вот есть целая папка со всеми отчетами. Мы перед каждым родителем на каждом собрании понимаете, отчитываем. Вот эта проблема, она систематическая. Никто не поднялся я конкретно за вот эту вашу мамочку. Просто вот это давление со стороны так называемых ну, хорошо. Родительских комитетов, это систематическое. Это не родительский комитет, это я, как она выложила переписку, мою личную с ней. И в каждом классе смотрите, есть такая, как да, вы. Да, я согласна, может быть, есть такое вот. Это мое личное вот было, смотрите, я не на группу, вот когда написали вот в каких-то газетах, в какой-то везде СМИ, что якобы это в общей группе, сейчас 2 секунды, в общей группе Вайбере, я с нее требовала эти деньги, но это же неправда. Я к ней обратилась в личку. Я в личку говорю, Таня, говорю, какого хрена я тебе должна была обсуждать вообще? Зачем это мне надо? Перемывать тебе кости? Меня разозлило, что на меня, ну, привещет человек на меня. Ну почему? За что? За то, что я, как вы говорите, делаю все во благо класса? Вы можете очень коротко, буквально в 3 предложениях, еще раз сформулировать проблему, что это была за переписка? Вот реально в 3 предложениях. И реально, сколько вы собираете родительским комитетом, сколько человек в родительском комитете? Всю информацию очень коротко. Проблема началась с того, что Татьяне не понравилось обращение учителя к ней в общей группе. На что она дальше понесло ее, начала писать про родительский комитет, в том числе про меня, что я ее обсуждаю почему-то за углом. Вот. Меня это обидело и оскорбило. А вот то самое сообщение, о котором... Да, это я уже написала ей в личное сообщение, мое личное обращение, я говорю, и вообще говорю, ну, это для меня просто было обидно, что я все делаю, все стараюсь для всех деток, в том числе и для нее, для ее ребенка. Мне обидно, потому что я стараюсь, как бы я делаю это, и в итоге я сидела, чуть не рыдала, потом выходной день, и такое писать, что я ее обсуждаю, мываю ее кости. Хорошо, в родительском комитете взносы и насколько она задолжала? В родительском комитете у нас 5 человек, сумма взноса, мы, опять же, оговорюсь, что это по согласованию с родителями, была 100 гривен. За какие месяца? За какие месяца? Я не собираю деньги. За декабрь. А она что-то даете? Фонд школы, ну там благотворительный взнос. То есть кто сколько считает? Нет, ну, с нее вот есть, да, она не есть питание, ну, питание, вот ведомости, где мы это все ведем, но не оплачивают. Кто ее собирает? Как это происходит? Оплачивают. У нас 5 человек в комитете родительском. Одна из девочек собирает денежку. Фонд класса. А фонд школы? И тоже передается ей. Передается ей, да? Да, да. А она сколько потом, она задолжала? Да? За декабрь. 200 гривен она сдала в октябре. Сказала раскидать на все. Все. Да, это вот слова от человека, который... За январь, кстати, вот любили слово за январь. Это она сама от себя написала. За январь. Никто не требовал, потому что действительно был январь месяц, кто мог требовать. Больше ничего не сдавала, никто не требовал. Вот они 300 гривен, не сильно. Они есть в отчете, девочки. Да, все есть в отчете, есть папка, есть все. Каждый то есть за декабрь она заплатила? Нет, за декабрь не зашла. За ноябрь был заплачен, за декабрь она должна. Сентябрь, получается, за второй класс там полгода на нервной силы. Это все есть. И благотворительный фонд школы, она не оплачивает. Я хочу самый главный вопрос задать. Почему только она обратилась? Не к
никто из родителей, у нас все, никогда не было никаких вопросов. Это мама тоже. Тоже мама, тоже одна, тоже с двумя детьми. Никогда никто мне ни разу ни одного кривого плохого слова не сказал. Никогда никто с меня ничего не потребовал. Если у меня нет возможности, я звоню и говорю, так и так, я принесу позже. И все. И почему-то именно эта мама конфликтует со всеми, в том числе с учителем, и бросает тень тоже мама, на детей, наш класс, мама, на нашу школу. Тоже живет, все. Вот, мама, как вас зовут? Лена. А фамилия? Не может тоже. Ну, на самом деле, может быть, не очень действительный человек, который может считать. И у нас всегда в классе все есть. Спасибо большое родительскому комитету и школе за то, что нас полностью всем обеспечивают. И я не переживаю за то, что там ребенку плохо в школе или еще что-то. А сколько в фонд школы сдаёте? Фонд школы. Нет, 100 гривен. Это же в класс. А фонд школы, это там благотворительность. Ну, каждый месяц тоже. Ну, вы как, ну да, вы как мама, вы же даете туда в фонд школы? Ну, я не знаю, я даю там одну сумму и все сразу. Вы мне полностью уже сейчас подождем. То есть, я не знаю, сколько, каждый по-своему сдает? Муж там оплачивает, я не знаю. А вы не скажете, сколько вы в фонд школы именно сдаете? Не? Я? Да. Я ну вот вы, Григорьевна. Это что мое вы? Личное дело. Не, ну я так понимаю, что каждый месяц вы вот туда сдаете. Но... Это мое личное. Каждый все остальное. Есть возможность 20-30 гривен. Куда как получается. То есть фонд школы это так, ну, именно это, без этого. Это добровольное. Да, там нет. А в ну в класс же тоже не принудительно. А в класс да, а да. Там нужно обязательно помогать своим детям. Я хочу жить. В принципе, да. Вы все равно позицию, потому что получится некрасиво, если будет два старика, поэтому я бы раз попросила, потому что мне тут мало, что я не знаю, 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 я не зна